И всем привет! С вами я, Александр Сучков. И сегодня мы играем в Майнкрафт. Да. В общем, чё? Пожалуйста, нажмите на кнопку подписаться, потому что я не хотел делать это видео, если честно. Так, ладно, одиночная игра. Давайте создадим новый мир. Он будет называться, давайте... Нубас. Блин. Нубас. Компани. Нубас компани. Пусть будет так. Так. Давайте творческий. Потом посмотрим. Так. Мир. Мир. Генерация. Ну лады. Стоп. А, ну да, по умолчанию, да, лады. Так, окей. Нубас компани. То есть мы не будем на плоскости. Блин, извиняюсь, ребят. Извиняюсь, реально. Серьезно. Мы не будем играть на про. Да ладно, это надо потом смонтировать. Нет, я не буду это делать. В общем, мы будем играть на. Не на плоской карте, мы будем играть на обычной карте. Да, я даже фейлы свои показываю, какие я делаю. На самом деле фейлов нет, я просто так прикалываюсь. Так. Ладно, все, мы в Майнкрафте, вот. Значит, вот наш мир. Не знаю, почему здесь какая-то такая дырка получилась. Залаганная, смотрите. Но она сейчас загрузится, я думаю. Не, смотрите, я лечу куда-то. Не, тут глюк какой-то. Серьезно. Зато мы можем посмотреть, как вообще это все сделано. Вот. Ладно. Давайте начинать. Стоп, а где? А вот она. Ладно, нам нужно... что нам нужно? Нам нужна вот эта вот штука. Зеленая. Тут мы будем строить дом. Это первое то, что мы будем делать. Это строить дома. Мы будем строить дома. У нас как бы новый сервер будет. И будем просто строить дома. Итак, начинаем строить дома. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Так, извиняюсь. Наверное, надо было это все как-то, наверное, проделать нормально. Ну ладно. Я же не умею нормально делать. Ну ладно. Так. Так. Да блин. Во. Так. Раз, два, три. Блин. Раз, два, три. Блин, я запутался. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Немного ошибся. Что, звуков нету? Настройки. Где музыка? Звука что-то нет, ладно. Музыку включить. Так. На 50 пусть будет, ладно. Окей, погнали. Так. О, нормально теперь вроде. Вроде бы звук появился, нормально стало. Так. Окей. Дальше смотрите, что нам надо сделать. Дальше мы берем... ладно. Мы ставим опять эти блоки. Так. 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 Окей. Дальше. И еще. Так. Дальше нам надо что сделать? Дальше нам надо сделать стены. Ну как стены? Мы делаем что-то типа стен. Но это не стены. Так. Блин. Так, окей. Мы сделали это, что-то типа стен. Теперь нам нужно сделать кролик. Охренеть. Так, а что, добавили что-то новое? Ой, извиняюсь. Извиняюсь, вот так еще можно смотреть. Не знаю зачем.
Ладно, мы можем круто все это просматривать. Это довольно круто выглядит, если честно. О, даже пещеру нашел. Потом мы ее посетим. Так, здесь у нас ничего нету. Так, а вот он, да. Так, давайте посмотрим яйца. Да, забудьте, потому что все. А, да, яйца. Так, окей. Ну, пока что я ничего не буду делать дальше. Так, строим дальше. Так, раз, два, три. Вы только Извините. Вы только посмотрите, что он делает. Охренеть. Что ты делаешь? Что ты делаешь с моим домом? Ну ладно. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О. Раз, два, три, четыре, пять. Так, ломаем. Вот, уже что-то получается. Но это еще не конец. Строим дальше. Я думаю, этого будет достаточно. Если вы не знаете, это такой мой вид строителя, блин. Так, два окна. Пусть будет два окна, ладно? А то пофиг, ладно, пусть будет два окна. Окей. У нас будет двух... Ну, давайте трехэтажный дом тогда. Довольно-таки маленький дом будет. По идее. Так. Так. Давай еще. Опа, все. Дальше. Вот это ставим. Строим, точнее. Так. Дальше вот здесь. Так, ладно. Да чё ты все пристал к моему дому? Ты чё? Ладно. Это будет наш друг. Ну или не друг, просто пусть будет здесь. Так и прыгать. Всю игру. Так, ладно. Там у нас, как можно заметить, там у нас какая-то непрогруженность. Поэтому это будет как, ну не знаю, какая-то штука, на которой нельзя будет что-то сделать. Ладно. Забудьте о ней. Так, берем стекла и делаем стеклами вот такие вот, такие вот штуки, ладно. Окей, дальше. Идем сюда. Дальше здесь мы должны поставить факела. Потому что если это сделать в конце, то у нас там будет очень много кто жить. Нет, тогда это мне не нужно будет. Так. Потому что мы делаем жилье же для себя, да? Правильно? Так. Где двери? Дверь берем обычную. Одна, вторая. Так. Факелы. Факелы ставим мы вот здесь. Здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь ставим. Вот. Здесь два факела. Ну где-то здесь. Хотя нет. Так. Тут, извиняюсь, тоже неправильно. Ладно. Так, вот два факела. То есть везде по два факела. Так будет достаточно так, таки светло, да. Окей, второй этаж. Второй этаж у нас будет строиться с нашей... А, ладно. Пусть будет лестница тогда. Давайте построим лестницу. Нет. Да ладно, пусть будет лестница. Вот она. Так, берем теперь лестницу. Вот она. У нас есть. Так. Значит, здесь факелы мы убираем. Странный дом получается. Ну ладно. Я думаю, вы поняли. Что это дом, а не что-то другое. Ладно, здесь у нас нет факелов. Пусть их лучше не будет. Так, строим здесь наш второй этаж.
второй этаж. Так где-то. Ну, мы же. Нет, не сможем пройти, извиняюсь. Еще. Так. То есть мы откроем сервер для игроков. Здесь могут играть ваши друзья. Ну или не друзья, просто игроки. Здесь можно будет открыть где-то 32 слота, если я не ошибаюсь. Ну или просто для друзей, например, ну слота 3, например. Например, только вы и два друга могут играть. Так. Вообще это мы будем делать через мою штуку. Ладно, дом получился. Как бы уже. Начало. Таймсет. Мы не забываем таймсет. Таймсет, да? Таймсет 0, да. Чуть не забыл. Так, окей. Здесь, значит, что? Мы здесь, значит, поставим, обустроим дом. А здесь, значит, что мы делаем дальше здесь? Так, здесь дальше мы строим дом. Так, окей. Второй этаж будет немного по-другому. Здесь... Ой-ой-ой. Какой я, блин, неправильный. Да, вот тут ставим так вот. Здесь ставим вот так вот. Здесь ставим вот так вот. И здесь ставим вот так вот. Да. Что-то уже темнеет. Мне кажется, надо уже писать таймсет. Потому что если я его еще не пропишу, походу, здесь что-то будет не то. Ну ладно. Блин. Таймсет 0. Три раза прописываем, чтобы было у нас 3 дня. Ну как 3 дня. Ну вы поняли. Так, здесь так обустроим. Дальше потом вы поймете, почему я так сделал. Будет у нас все-таки двухэтажный дом, ладно. Я вам скажу почему. Потому что третий этаж это будет у нас. Попробую сделать подвал. Ну или что-то другое. Ладно. Неважно. Дальше пошли. Так, окей. Дом получился. Так. А зачем? Смысл? А что я делаю? Я же могу летать. Так, берем. Значит, что? Значит, мы берем здесь. А, да, точно. Точно, точно. Чуть не забыл. Мы здесь сделаем такую маленькую... Точнее, какую маленькую. Ладно, такую вот. Дверку? Ладно, вот такую дверку. Так. Так, делаем. Вот. Блин. Что я сейчас делаю, блин? Зачем я ставлю не то? Вот, да, вот так вот. Здесь немного по-другому будет. Здесь так. И здесь так. Все. Остальное берем следующий темный дуб. Это же темный дуб, нет? Это еловые доски, извиняюсь. Темный дуб, вот темный дуб. Нет, нам нужен еловые доски. Переключаемся на них и ставим теперь, смотрите, как я. Вот, ставим так вот. Ставим так вот. Вот так вот. Вот так вот. Окей, все сделано. Дальше пошли. Я вам сейчас объясню, почему именно так я строю, а не по-другому, и немного получается некрасиво. Вы это поймете, потому что... Сейчас вы поймете, почему я так делаю. Видите, уже что-то получается типа крыши, да? Уже видно. Так, мы начинаем здесь уже ставить... Ну, такую, как маленькую модель крыши. Немного не точно, ну ладно. Зато это похоже как-то на крышу. Ну или это не похоже на крышу, а похоже на что-то другое, да. Ну мы строим крышу, так что ладно. Окей, погнали дальше. Так, значит, что? Значит, мы строим вот так вот. А, мы должны закрыть, да, точно. Чуть не забыл. Мы закрываем уже крышу.
Значит, здесь уже как бы это не нужно. Или нужно. Ну да похрен. Здесь же мы сможем вообще ходить, нет? Да-да, сможем, да. Ну ладно, все равно я сейчас как-нибудь это сделаю. Пусть будет так. Здесь я сделаю вот так вот. Так, то есть, чтобы было вот так вот. Сейчас я вам все объясню, ребятки. Не думайте то, что я там что-то придумал для вас такое, что я вам не расскажу. Как в постройке этого дома. Ставим так. Так. Вот так вот. Дальше пошли. Дальше ставим вот тут вот. Почему я делаю так, я вам... А, хотя, что я делаю, блин? Что я делаю? Вот тут, значит, смотрите, вот тут вот. Нужно построить вот так вот. Так. Так. Значит, здесь мы строим так. И сделаем кое-что еще. Спускаемся вниз, сюда, закрываем, берем доски, ой, факел, блин, факел, да, факелы, берем факелы. Здесь, значит, мы попадем сюда, и здесь мы ставим факелы. Значит, ставим раз, два, где-то здесь, нет. Ну, хотя, да, где-то здесь, я правильно поставил. Так, где-то здесь. Здесь. Здесь, значит, будет что-то типа кровати, но я что-нибудь сейчас придумаю. Ладно, неважно. Так, вроде свет есть, нормально. Так, здесь тоже можно свет сделать такой. Окей. Ну, здесь тоже можно свет как бы сделать, но я не хочу. Ладно. Что мы делаем дальше? Вот у нас такой дом получился. Но! Не забывайте, что я еще приготовил для вас кое-что еще. То, что я хотел вам показать. Значит, берем печку. Печку берем и камень. Сейчас скажу, какой. Такой вот камень. Булыжник. И камень. Нет, камень не надо больше. И давайте просто дуб. Так. Значит, что? Дальше мы ставим печку. Именно вот, чтобы было три печки. Берем это все камнем, обделаем. Извиняюсь, не так сделал. Немного не то, что я хотел. Блин, опять не то. Раз, два, три, во. Блин. Да почему не так-то, блин? Я думал... Раз, два, три. Булыжник. Вот. Так. Во. Блин. Вот. Твою мать, не так. Извиняюсь. Вот. Ну что-то типа такого, да. Хотя это и представлялось по-другому, ну ладно. Хотя... Я сделаю немного по-другому. Так. Так, так, так. Так, так. Так, так, так. Во, да. Типа так. А сюда даже можно сундуки ставить, да? Ну ладно. Пусть будет лучше так. Чем как-то по-другому. Мне нравится именно так, чтобы было. И никак по-другому. Так. Ладно, и теперь... Теперь мы здесь делаем. А, я знаю, 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 ребят. Мы, значит, здесь делаем такую дырку. Ну, как дырку можно ее назвать? Ее нельзя назвать дыркой. Просто как такую маленькую комнатку. Блин, не так сделал. Ну, ладно. Сейчас поймете, почему я так сделал. Так. Так. Значит, что, берем вот так вот. Блин, нафига я печку взял?
Короче, ребят, я не могу понять, как вообще это делать. Ладно, забудьте. Просто я это увидел у одного ютубера, хотел покруче немного сделать, но ладно. Ладно, придется делать просто по старинке. Ну, точнее, как по старинке. Просто делать, как обычно. Берем лестницу. Так вот. Раз, два, три. Здесь, значит, выход у нас. Значит, здесь у нас так вот поставлено. Блин. Да почему все не так? Вот. Раз, два, три. Пошли. Не, блин. Почему туда свет... Не понимаю. Свет туда почему неправильно делается? Раз, два, три. Вот. Да ладно. Ладно, пофиг. Пусть будет так. Почему-то свет туда падает неправильно. Ладно. Похрен. Пусть будет так. Это Майнкрафт. Похрен. Окей. Дальше. Значит, здесь у нас как бы крыша. Ну, мы типа вышли отсюда. Вот. А здесь какая-то штука. А, так. Здесь, значит, можно будет побегать. Потому что здесь, смотрите, вот можно даже отстреливаться от кого-нибудь. Заметьте, от кого-нибудь. Это от кого? Ладно. Значит, здесь мы ставим что? Здесь у нас нужно поставить именно что-то такое. Я поставлю здесь забор. Извиняюсь, здесь я поставлю еще немного вот этой вот штуки. Так. И вообще я до конца это сделаю. Там я как-то... Вот так вот. Вроде норм. Мне нравится. Так, ладно. И делаем вот так вот. Чтобы было вот так вот. Типа как заборчик на крыше, да. Так. Так. Так делаем. Вот. То есть вот так как-то это получится. Я думаю, это довольно-таки хорошая идея вообще сделать здесь именно. Именно здесь что-то такое. Что-то такое, даже не знаю, как назвать это. Ладно. Здесь расставляем наши... А хотя... Стоп, а зачем? А, да, там остров еще есть, точно. Ладно, об острове потом поговорим. Мы пока что в этой части делаем именно вот этот вот дом. Так. Здесь также. Так. Блин. Так. Ну давай же. Так, так, так. Да, блин, да что, почему ты сюда ставишь это? Вот. Все, мы сделали, в общем, смотрите, что у нас получилось. Мы сделали такой вот, ну как бы чердак. Здесь мы можем ставить свои какие-то сундуки. Здесь, значит, смотрите. Здесь у нас есть, вот, блин, опять чердак говорить. Ладно, короче, смотрите. Здесь у нас есть чердак. Здесь мы можем что-то делать. Значит, смотрите дальше. Делаем дом. Значит, что делаем дом? Убираем это. А, блин, дверь надо было ставить, ладно. Дверь я сейчас возьму. Берем дверь. Ставим здесь дверь. Ладно. Дальше. Идем к нашим кроватям. Кровати, кровати, кровати. Если я не ошибаюсь, кровать у нас в два блока идет. Не в три же. Давай же. А, ну... А, хотя да, вот так вот я как бы так и хотел. Окей. Здесь тоже можем поставить как кровать. Пусть будет здесь... Ладно, пусть будет здесь как две кровати. Так, вот, да, вот здесь две кровати. Так, все. У нас есть две кровати, они абсолютно одинаковые стоят вообще. Здесь вообще, по идее, четыре кровати можно поставить. Ну ладно, пусть будет две. Так, у нас здесь есть окно. У нас есть здесь факелы. У нас здесь есть какая-то вот такая штука. Так, дальше. Что он... Блин, надо убрать эту кровать, а то вдруг что. Так. Окей, пока что это все. Так, здесь, значит, что? Здесь, значит, мы обостряем, как вообще это все дело. Значит, как мы это все делаем? Я вам сейчас скажу это,
как мы это делаем. Так, берем, значит, мы сундук. Берем этот сундук и ставим здесь сундуки. Ну, одного сундука, наверное, нет. Давайте вот такой сундук ставим. И давайте этот сундук будет стоять здесь. Вот, идеально. И здесь тоже будет у нас сундук. Стоять сундук такой же. Вот такой. Так, дальше. Вот таких сундуков, наверное, нам хватит. Так, идем вниз. Ах ты, блин, ладно. Кстати, вот тут тоже можно сделать как такое место, как для сундука. Для этого мы берем вот эту штуку, ставим тут. И тут можно поставить какой-нибудь сундук маленький. Вот тут. То есть мы его сможем... Нет, мы его не сможем открыть, да. Значит, чё? Так, вот так вот делаем. Так. Так, ну я думаю выйду. Нет, я не выйду. Здесь можно поставить... Значит, ставим здесь. И здесь можно поставить сундук, как бы. И здесь мы спокойно сможем еще спуститься. Здесь можно будет что-нибудь ставить. Ну ладно. Это если вы хотите. Но я этого делать не буду. Окей. Сундук есть. Верстак. Верстак, как бы. Он не важен вообще, по идее. Он не важен. Так что давайте я поставлю здесь верстак. А здесь у нас будет проигрыватель. Здесь мы ставим проигрыватель. Так, у нас остается два слота, куда мы можем еще что-то поставить. Значит, что мы тут делаем? Мы здесь ставим что? Книгу заклинаний мы сюда ставим. Так, вот тут берем книгу заклинаний нашу. А, здесь три даже останется слота. Здесь... Стоп, а как так? А как? Здесь два слота, здесь три. А, ладно, пофиг. Так, значит, ладно, это потом как-нибудь это сделаю. Ладно. Так, у нас есть сундук Эндера. Давайте его тоже поставим здесь. И у нас еще что есть. Так, и давайте здесь поставим еще стойку для брони. Так, значит, берем. Ставим вот так. Ставим вот так. И ставим вот так. Так, все, мы это поставили. Я думаю, это все. Так, окей. Берем теперь... Извиняюсь, вот эту надо убрать. Так, из слотов. Так, мы это все убрали. А теперь, что мы делаем дальше? Извиняйте, вот этот, блин, надо изменить. Раз, два, и три, это у нас стойка была. Давайте я нормально поставлю вот так вот. О, нет, блин. Да пофиг, ладно. Два, три. Все, достаточно так нормально. Так, окей, теперь берем броню. Она находится здесь. Мы берем алмазную броню сразу, давайте. Ну, чтобы там... Я не знаю. Берем, короче, алмазную броню. Так. Взяли мы алмазную броню. Одеваем нашу броню сюда. И дальше что мы делаем дальше? Так, мы сюда это все скидываем. Мы же скинули, да? Все. Окей. Ладно, у нас есть сундук Эндера. У нас есть здесь книга заклинаний. Мы здесь можем прокачивать оружие наше. У нас есть сундук. У нас есть верстак, проигрыватель и все. Так, здесь можно еще поставить, если вы знаете, мы можем здесь поставить. Ну, что-нибудь, что хотите, то и поставьте. Здесь. Значит, что мы здесь можем поставить? Например, отдельные сундуки здесь можно поставить именно для хранения каких-то именно предметов, которые нужны постоянно. Например, в битве с монстрами там или с чем еще. То ставите сундуки. Ну, ладно, пусть будет здесь сундуки. Так, и смотрите, в чем прикол. Дальше берем, например, здесь давайте будет. Нет, здесь еда не будет. Это, видимо, какая-то. Ладно. Так. Можно здесь, конечно, ковром еще сделать, но я не хочу. А хотя что? Нет, я не буду делать. Это будет слишком как-то неправильно. Ладно, берем вещи теперь. Берем наши вещи. Здесь будет у нас как бы оружие. Оружейное, лук, стрелы, в общем, ладно. Лук, стрелы, железный меч, такой меч, такой меч, такой меч и такой меч. Ладно. То есть мы это все сюда складываем. То есть это как бы у нас только для битвы. Напоминаю, это у нас мечи. Идут наши мечи. Здесь именно будет про мечи.
Еще два слота осталось. Давайте эти два слота заполним каким-нибудь хренью. Например, здесь давайте будет у нас. Не знаю даже, что выбрать-то. Выбор маленький. И блоки давайте какие-нибудь. Просто вот такой блок. И такой. А, не, извиняюсь. Такой блок, такой блок. Блин. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Посмотрим, что будет. То есть, раз, два, три, 4, 5, 6. То есть, нам 6 нужно. Я просто извиняюсь, ладно. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я что-то... Нет, да, все правильно. Здесь, так. То есть у нас есть даже блоки теперь для строительства, то есть, чтобы еще один дом построить. На всякий случай, если крипер взорвет наш дом. Так. Ну, этого, конечно, не будет. Так. Мечи. Здесь мы ставим мечи. То есть, раз меч, два, три, четыре, пять. Ставим их сюда. Ой, извиняюсь. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Еще ставим... Нужно еще дофига мечей. Раз, два, три, четыре, пять. Так. То есть мы заполняем весь наш, как бы, инвентарь нашими меч... Блин, извиняюсь, мечами. Блин. Понятно все. Понятно, это все хрень. То, что я придумал, но, ну ладно. Так, окей. Так. Ну что, круто, идеально. Смотрите, еще осталось два. Раз, два, три, четыре, пять. Складываем. Еще надо факела, но это будет уже в следующем сундуке. Смотрите, сколько у нас теперь мечей есть. Можно еще зачаровать мечи. Давайте так и сделаем. Давайте каждый меч, который здесь есть, давайте его зачаруем. И следующий слот именно будет для... Именно для таких мечей, которые у нас зачарованные. Так. Ой, извиняюсь, выпал. Так, выбрасываем их. Они нам как бы сейчас не нужны. Так, и давайте это, сбросим еще один меч. Так, ладно. Окей, и теперь мы их складываем сюда. Значит, как мы их кладем? Так, мы кладем один. Так. Два. Ой, извиняюсь, сюда. Так, три. Значит, три. Четыре. Так. И пять. Пятый. Пятый меч. Так. Теперь берем. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Один мы зачаровываем. Блин, я его сбросил случайно. Ладно. Так. 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 Так, у нас один лук остался такой. Ладно. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. А, я забыл. Ого, блин, я случайно сломал эту штуку. Да уж. Это не очень. Это не, это точно не, не очень. Так. Так, ладно. Так. Окей. Так, 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 так. У нас должен остаться один слот для... Блин, извините. Да, их нельзя зачаровать, стрелы. Ладно. Так... Так, 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 так. У нас остался один слот для стрел. Мы их пока что, они нам не нужны. Так, ну что ж, вот так у нас получилось. Смотрите, сколько у нас получилось слотов. Дальше есть еще два сундука. Сюда, значит, мы можем положить самые важные вещи. Это у нас алмазная. Окей. Так, алмазный шлем. Так, окей, алмазный шлем, алмазные, короче, вещи,
Лук. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И один алмазный меч. Так, это у нас идет вот в эту. В этот сундук. Это самое важное. То, что нужно для каждого. Для каждого нашего этого, как его. Майнкрафтера, да. И осталось два слота. Это нам именно на какое-то оружие. Именно которое нам пригодится. Мы давайте возьмем. Который нам нужно. Давайте пусть будет это дубовые доски. И давайте это будет из еды, давайте это будет яблоки. Так. Окей, значит, берем вот так вот. И берем яблоки. То есть у нас есть блоки и яблоки. Окей. Во второй. Во второй, значит, мы кладем только самое такое важное. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, значит. Кладем это сюда. Это как бы только еда. Это именно едовая такая. Это именно сундук для еды. Да. Окей. Так, окей. Окей, так. Так, здесь мы все поставили, все, что нужно. Значит, идем сюда. Здесь. Здесь у нас тоже есть сундук. В этот сундук мы тоже ставим. Раз, два, три. Здесь дальше идем. Так, здесь мы должны поставить что вообще, по идее. Здесь у нас будет зелье. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот. Так. То есть я думаю, это для нашего майнкрафтера хватит ему вообще. Потому что этот сундук именно для какой-то регенерации, для какой-то такой, для чего-то такого. То есть я думаю, для двух игроков, которые здесь будут играть, этого им хватит. Потому что у нас будет игра в режиме survival, это выживание. На следующей игре мы, наверное, попробуем все-таки, когда все это достроим дело. И уже поиграем. Так, окей. Так, третий этаж. Смотрим, здесь у нас никто не может появиться. Здесь мы тоже можем поставить два сундука. Так, берем сундук. Здесь у нас именно будет что-то такое. Именно что-то именно то, что нужно каждому. А, нет. Так, ладно. Здесь у нас будет это. А, хотя нет. Ну хотя ладно. Пусть это будет семена. Ну да, вот это. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Шесть, семь. Восемь. И девятый это давайте будет у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Так. Ой, извиняюсь, где они? У меня кристаллы пропали. Так. Здесь у нас только наши именно семена, чтобы выжить. Чтобы что-то посадить, чтобы что-то прополоть как-то, я не знаю. Чтобы как-то все это сделать. Так. Все это, наверное, все то, что нужно. Остальное, наверное, игроку не будет нужно. Потому что семена, наверное, он сможет съесть. Все для самого такого майнкрафтера этого достаточно. Да, здесь можно. Кстати, в сундук Энда можно положить самые такие вещи, которые нужны в любой игре. Это давайте. Раз, два, три, четыре. Пять. Блин. 4. Блин, забудьте, короче. То, что я говорил. Так. Для каждого майнкрафтера. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Так. Ой-ой-ой, блин, забыл. Точно, забыл. Так, это у нас пять. Шесть, семь, восемь.
9, точно. Это... Блин, да где он? Куда он пропадает-то, я не понимаю. Первый слот. Сундук Эндера. Мы кладем его туда. Значит так. Все, мы это ставим. Вот. Так вот. Вот и все. Мы поставили все. Вот такой у нас дом получился. Вот. Ой. Ну ладно. Так. Немного здесь недострою, но ладно. Это как бы не самое главное. Вот. Так вот должно получиться. Вот. Вот так вот мы получили такой, можно сказать, трехэтажный дом. Очень такой интересный. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, вас. Пишите комментарии под видео. Подписывайтесь на меня ВКонтакте. ID 53 55 44 63. Или Алекс Сучков 2001. Конечно же, добавляйтесь. Я принимаю всех, ребят. Конечно же, я принимаю всех, ребят. Правда, вот всех принимаю, друзья. В общем, вот такой дом получился. Вот я могу даже его осмотреть, как он получился вообще вокруг. Мне кажется, он получился офигенно круто. Он двухэтажный, даже трехэтажный, можно сказать. Этот дом любого майнкрафтера, хоть он какого уровня не был, он с этим домом именно выживет. В общем, это все. В общем, всем удачи и всем, наверное, надо сказать пока.